Итак, всем привет. Продолжаем играть в Дишонок. Я вне записи поиграл немного, захватил то здание и... Собачка. Так, ладно. Взяла полетал немного. Всяких разных вещей, допустим, стимулятор, все. Хорошо. Хорошо то, что я мастер паркура. Вот я тебя найду. Что, скрылся, что ли? Так, ладно, значит, мы туда не пошли, к той старухе, да? Мы туда пока что не пошли. Так, там Самуэль меня ждет. Так, а у нас это было задание, поэтому сейчас я хочу ее найти. Это как дополнительное задание считается. Так что вот как-то так. Так, этот. Где тут как? Так, у меня нет оружия. Нет, от меня. Так, поэтому сейчас не будет. Угу, за что? Кто его убил-то? Ха. Ладно. Вот видели, да? Значит, или может пес загрыз. Не знаю, он стоял тут живой. Живой. И собака. Где вопрос собака, где... Может, конечно, другой? Ну, не знаю. Так, пошли и найдем. Еще сейчас попробуем найти руны. Вот одна руна. Руна, скорее всего. Так, мы находимся в 9 метрах. Хорошо, то, что у нас есть ключи. Так, смотрим. Тут... Ага. Болты. Это тренировка, как я понял. Да, значит, сейчас покажу. Так, а тут? Тут что? Ну вот, да, они тут вставали. Я думаю, вы так понимаете, да? И стреляли отсюда. Ну, это так все понятно, объяснить, я думаю, это не надо. Но все же. Так. Все, не на нас. Ага, вот еще один стимулятор. Нормально. Так. Опять же, мина, да, там руна. Руна. Ну, скорее всего, руна. Еще болты. Болты всегда хорошо. Так. Так, этот звук мне очень не радует, потому что, скорее всего, нас кто-то увидел. Может, увидел тут труп. Ну, что-то вообще непонятно, кто кого увидел. Так, вот. Вторая руна. Так, у меня есть руна, значит, теперь я могу улучшить. Что я могу улучшить? Жажда крови. Адреналин. Не адреналин, пока не надо, хотя. Так. Это... Ну, давайте. Специальное умение никогда не повредят. Наверное. Так. У меня 11 болтов есть. Или арбалета. Арбалета болтов, так сказать. Так, хорошо, значит. Одна руна у меня есть дальше. Ага, амулет рядом. Так, тут нам необходимо пройти через ворота. Поэтому придется нам пройти через дверь опять, чтобы где мы ходили. Так, ну ладно, пошли. Так, тут где-то есть амулет. Около Самуэля. Или нет? Вон в этом здании. А, тут надо. Ой, это не очень хороший звук. А, ну зачем? Зачем, если мы все запомнили? Ну так вот, симулятор это всегда хорошо. Потому что в тот раз, когда, помните, я убегал, там они не сильно коснули. А я чуть не умер. Так, еще я вне записи прокачал здоровье. Поэтому сердце будет намного эффективнее. Ну не сюда. Тогда вопрос куда? А, все. Все понятно. Ясно понятно. Так. Да нет, ну все понятно. А, наверное, грены нужно понять. Все. Так. Нет?
Сейчас, нашел так. Так, тут нет дверь просто. Ой, а вот этот звук не очень хороший. Это собака. Залагало так. А, все ясно. Хо-хо. Так, собака это крысообразная. А, я понял, откуда у меня арбалет на бок. Так, ну хорошо. Тут можно делать так. Вопрос, как мне пролезть? Смотри, вроде бы никакой нету. Так. А, может телепортация, да? Видишь? Не получится. Так, хорошо. Может уже... нужно... Да, тут. Возможно, так получится. Наверное, паркуром. А что тут болты? Угу. Значит, не вижу входа. А, может. Не, вроде. Там нет. Получается, вот это вот здание, под ним лежит... Да? Сейчас. Угу. Ну, все же вот тут. А, все, вот. Все. Где? Угу. Тут, конечно, хорошо вот эти вот все записки, но их тут очень много, это придется читать. А читать в игре не всем как-то хочется, когда хочется именно поиграть, а не почитать. А, я думаю, там, допустим, какая-то золотая стрела против вампиров. Ты какой вампир? Так, ладно, ищем его. Чему-то старую. Угу. Спасибо. Я подумал, это уже дверь. Еще одна. Смотрите. Ой, мне кажется, мы рядом, да? Угу. Как мы сюда залез? Скорее всего, паркур тут. Нет. Паркур, конечно, да. Угу. Не получится. Ну хорошо, может, сейчас громким другим способом. Тоже. Вот, тут можно забраться. Страшно. Ой, как хорошо, немножко потратить. Пули. Так, еще пули. Нормально. Аккумулятор у нас там. Поэтому расследуем. Так, мы там уже были. Еще надо сюда пройти. Что за шумок? Скорее всего, там за решеткой, но там ты туда так просто не попадешь. Бу-у-у, такие страшные звуки. Так, тут... Угу, да, я тут был. Тут нас... Так, где торгуют? Нет, красиво тут. Он белый красиво, оставлять нельзя. Да, помните амулеты с крысами? Это то, что их можно жрать. А, мы обратно вернулись. Да, тут потеряться легко, когда нет обозначения. Так, так, ладно, попробуем следующим образом. Навестить старую ветошь. Ну. Где?
А, вот, все. Попался, наверное. Так, надеюсь, там она еще не сдохла. Интересно, что там, конечно, будет, потому что вот этот вот дух, так сказать, нас предупреждал, то что... Так. А, все, там. То здание, да, которое я захватил. Так, не надо. Так, монтажный инструмент есть, но я его не буду пока что использовать. Зачем надо? Спрашивается. О! Сейчас вот так, так. Последний. Ящики, десяточки. А, ну вот, все. Ладно. Болт. Сейф. Опять же, нужен код. Код я что-то как-то не вижу вообще нигде. Так. Ага. Ну что где-то есть, так сказать, люди. Так, сейчас хватит разговаривать с ними. Так, вот так там что-то говорил. Ладно, пойдем. Угу, вот он уже этот переулок. Это, конечно, сюда. В смысле, длинный квартал. Так, хорошо, пошли. А здесь нам туда. О, опять этот дождь, слякоть. Не очень так хорошая погода, потому что что? Мокро, ничего нельзя сделать. В общем, смотрите, ну в той локации дождя не было, да, ты вдруг пошёл, потому что был. Так, не, все равно, сколько я ключей там натырил, все равно. Хорошо. Нет времени что-то предпринимать. Сейчас, все. Просто сделаем и длинный квартал. Погнали, нам долго идти. Ничего. Бум. Опять какой-то звук. Винный квартал. Хорошо. А, мы возьмем кошель. Так, вот тут мы остановились в прошлый раз. Сейчас бежим еще раз. И пока все, пожалуй, я уберу, возьму стрелы, болты. Почему он так долго живет? Точнее. Недолго, а чем он так, я имею в виду, удали, чем он так долго живет. Почему он не живет поближе? Все, я думаю, что я лицом был. Так. Ничего нет. Attention, Dunwall citizens. John Clavering Boulevard has been designated a restricted travel area. Ну вот мы и я. Здравствуйте. Oh my dear, I knew you'd help me with those ill-mannered boys. My brave man. Listen, Granny has a birthday present for you. I got it from the outsider, and now I'm giving it to you. Go on, it's upstairs, on the vanity. I think you'll cut a nice figure with it. Remember how we used to dance? Our parties were even grander than those at the Boyle Manor. Everyone wanted to come. Так, чужой. Чужой мне говорил, то, что мне лучше не связываться, а тут... Он что-то... Так, подарок ко дню рождения. Я надеюсь, это ничего жуткого.
I hope you like the little gift I got for you. It's the least I could do for turning those louts. Меня насторожил тот же, что лодка. I can't bear these Bottle Street children. Ruffians, every last one of them. Rotten apples. Ну, это, наверное, тоже типа чужое, так сказать. You know what I just thought of? You could do something else for me. Another little favor. And I'd give you another present. Another lovely room carved from the bones of a dead whale. Do you remember my doctor, dear? Dr. Galvani. Now there was a clever man. He's got all sorts of nasty rat guts and disease in his laboratory. Wouldn't it be a shame if some of that mess found its way into the Bottle Street gang's elixir still? That'd teach him. See to it, dear. I'll find you another present just like the first. Galvani lives on Clavering Boulevard. Or at least he used to. Those were the days. Now run off. My baby birdies are hungry. So precious. Вот видите, это похоже на ловушку. Ну это, конечно, да, это хорошо. Так, давайте пройдем. Еще одно ее задание. Руна нам понадобится. Очень даже хороший подарок, я бы сказал. Ну пошли. Хорошо, за что нам идти недолго. Угу, тут я уже был и все разворовал, поэтому. Да. Тоже, кстати, без записи. Ну да, вот. Мои друзья. У нас все. Эл. Ну, это я повторяю уже третью серию. Третий эпизод. А в смысле? Ну, контора. Еще раз. Вон. Да. Я не знаю, почему. Если вот, допустим, выход А. А, все ясно. Побежали. Там. О, я тут еще не был. Кстати. А, все. Взяли книжечка, куча денежек. И вот так вот же выходим. Полочка закрывается долго, за это время уже можно было выйти. Хорошее, кстати, изобретение вот это вот. Только, мне кажется, их еще ни разу не использовали. Не знаю. Прикольно было бы дома так. Такую полку держать. Да, мы ее лежали. И сейчас нам тоже надо что-то разгадить или что. А, вот мне кроме. Это вот этот бандит. Ну, все. А, еще один сзади. Сбитый. Все. Где болт? Ага, вот. Болт. Еще один. Так, где трофеи? А, нет, сейчас. Денежки.
плюс это винокурный, причем универсальный. А это еще лучше. Погнали. О, мне кажется. Так четко-то. Все. Раз, два и на башке. Я, конечно, не верю, что один такой маленький болтик может разорвать голову, но как-то ну. Так. Универсальный ключ, конечно, хорошо, но болт был было бы круче. Намного просто. Болты всегда заканчиваются, он заканчивается. Еще один универсальный ключ. А. Вот сейчас себе растяжка. Ну хорошо, идем. Да, как раз я помню, я по-тихому сидел, точнее, не по-тихому, я просто не... Просто их не убивал. Похоже, что эликсир останавливает все. И еще и сейчас я делаю эликсир. Так надо сделать так. Мне это будет немножечко громковато, как сам выстрел. Это и хорошо. Так, пошли дальше. Кстати, извиняюсь за звук, потому то, что просто из-за Realtek'а. Это такой драйвер, да? Realtek просто не видит микрофон, поэтому... О. Поэтому ничего не удается записать. Поэтому приходится хотя бы с таким, ну, с таким качеством все это записывать. Хорошо, универсальный ключ. Почитать. Кстати, тут был мужик, который сидел, говорил, бери что хочешь. Он, наверное, уже ушел. Хорошо. Первая колбочка потом. Видите? Вот это вопрос. Возродить. Ну, потому что он поддельный. Ага, хорошо, пошли, не буду я брать. Ничего. Хотя, когда я просто без никакого шума туда заходил, там можно делать не поддельные, а настоящие. И не было такого выбора. Как сейчас не предоставлялся. Ну ладно, хорошо, идем. Так, к старому выпуску. Хорошо. Так, крыску прибил. Ну, смотрим. Да, друзья, ну смотрим, ну смотрим. Все, вы, получается, съели меня, и я съем вас. Так, тут была или руна, или что-то типа этого. Проверим. Стимули, да? Нет, там же ничего не значит. Как-то как, хорошо, пошли. Так, где выход? Это не так все, как по идее, зажимаю кнопку F и можно смотреть. Так. Хорошо, на C надо нажать. Ага. Поскользили. Яблочко скушаем. Кошелечек. Интересно, сколько у меня денег? Хорошо, молоток. Мне его не нужны. Эликсира мне хватает. Так, нам туда надо будет выбраться. Так, ну, путем, хорошо. Почему я все время эльси?
Инструменты. Тут хотя бы текстура не прозрачная, то что не падает через лампу, не сразу бы падает через лампу. Ладно. Разбился, как разбился. Какая-то не важно. Эликсир. Так, все, идем. Так, хорошо, и сейчас попробуем. Так, куда же можете вести? Ага, кажется, знаю. Так, у меня... Ага, сейчас такое есть. Это очень хорошо. Так, а что я могу... Ага. Все, могу. Так, не хочется сейчас прыгать на эти веревочки, потому что... Только, кажется, на цепи можно. Так, лазить. Оп-оп-оп, все, прошли. Теперь... Не вернусь обратно. Вот. Так, проволока со взрывчаткой положу пока что. Проволока. Угу. Кипаут. Угу. Эликсир продам. Банка. Фидой. Хорошо. Все, взяла коктейль молотого. И может так разбить. А, похоже на какой-то 2D рисунок, а потом когда-нибудь все уже. Ну, как похоже то, что все в руках висит. Ну ладно, пошли. Ах ты ж, мне кажется, не сказал. Хо-хо. Сейчас со мной лучше не связывался. Кстати, бутылка не сработала. Ну, значит, так и не мог кинуть. Все. И нету. Стража, смотрителя. Тот самый смотритель, терра-кондуктор. Пусть контролер. Ага, на Болт-стрит. Точнее, на Боттл-стрит. Хорошо. Второй вещь. На второй раз, когда ты уже к ней приходишь, это не так пугающе, потому что первый раз это вообще... Она, значит, смотрит, смотрит вниз, и я поворачиваюсь. Она такая... Здравствуй. Никогда, никогда, никогда не смотришь. Поговори. Go on upstairs, dear. Ходи-ка наверх, под как родители. Ну, это уже давно нет. Ну, такая же традиция давно нет. Но на Рождество так. На Рождество, на Новый год такой. Сходи-ка, посмотри, что под елочкой. Так она не появилась. О, уходим. Как она появится такая сзади. Я ей сказала ему, сними кожу, и он будет дышать. Никогда не слышишь, никогда, никогда, никогда. Она говорит. Ладно. Все, побежали обратно через два квартала. Да, конечно. Не, нам не надо. Вы, конечно, можете перемотать. Но мы сейчас добежим. Я сейчас буду быстренько. Вован Экспресс. 2000. О, это. Ну, крысы не так много, конечно, урона наносит. Кстати, можно было белых крыс пожрать. Ты чё, белая крыса это продать? Туалет. Следное дерево. Как раз понадобится. Понадобится. Запрыгиваем в фургон. А, на вагон.
Так. Я сейчас эпично спрыгиваю. Ничего не страшно. Так, берем вот эту вот штуку, этот бак заряженный. А ладно, все равно там дверь. Учимся превращать камень в древесину. Он видел там? Было. Так, ладно, бежали к Самуэлю. Так, опять же, не хочется ничего делать. Поэтому... Да. Хорошо, идем. Лечусь, что про меня говорит. Так. Так, просто не делаем. Он как расист. Крыса не делаем. Так, хорошо. Как нам туда пробраться? Угу, так. Все, наверное, можно. Так, вот так. О! Ага. Проскочил. Так, крысы. Остался кусочек крысы. Место крысы. А, мы бежим. Так, тут я все полетал, да? Угу. Так. От трубы. Прожектор. Вот лодочник Самуэль. Все. Покушаем. Да, на задний двор. Погнали. Угу. Что это? А, все вместе где-то. Так, идем. О, еще долго. Бежать. Не говорю, что два пропала. Так. Я совсем забыл про руну. У меня же есть две руны. Поэтому изгиб времени, да. Потом проворство. Но это пока что не надо. Смертельная тень. Ага. Ну можно как все скорпионы, да? Которые были в начале. Они пропадали, исчезали. Это хорошая способность. Так, лодочник Самуэль уже близко. Самое главное, чтобы не было других праздников. Это не хотелось бы. О! Вот. Белые крысы. Пока я не понимаю, чем они отличаются от серых, но подумаешь, шерсткой. Так. Хорошо, полезли. Самое главное, сейчас тут не спрыгнуть. А вам, кстати, пес, которого я скинул. Я его что-то как-то начал бить и бить. Он что-то просто так лег. Я его скинул. Решил взять с собой. А, кстати, пошли. Так, ты... Стоп. А куда? За тут. Так, дружище. Тоже скинул, я уже не вижу. Ох. Мне жалко. Рыбам. Еще. 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 Жесть. Прошу. The way I hear it, Campbell lived a pretty posh life. Ага. Maybe it's not my place to say, but men of the faith shouldn't live like that. Короче. Да, давай. You ready to go? Угу. Да. Отвези меня. Окей, let's go. Ты я сияну. Или что? Ты сияну, кажется. Так, значит... Ага, святилище Чужого 1 за 9, наверное. Угу, да. Хорошо, значит, около 1000 денежек. Дальше картин. Картин Соколова. Нет, святилище. Угу. Так,
Пять ровно с 7, нормально. Продолжить. Если не нажал заново. Это было бы весело. Опять плывем. Ну вот мы приехали, да. Конечно, не такая долгая. Поплывка. Едем, едем в соседнее село на дискотеку. Маска, не маска и... Откуда пальто? Бро. My uncle was better to me than my father. He set a wonderful example for his family. Many people join the watch for the wrong reasons. Еще это. Все. Так, ладно, надо найти этого мужика. Может, он нам что-то продаст. Что-то. Я имел в виду, я не подумал. Так. Ладно, нам все равно отсюда. Говорим, что у нас все нормально. Давай. You did it. К адмиралу. Somehow you took down the high overseer Campbell against the odds. I knew мужик. With Campbell gone, we've hurt the Lord Regent in measure. And with Martin back, we'll have the finest strategist on earth. Вот пока там побивает. Справа который. Yes. And Campbell's journal, let's not forget. Our hope is that in these encoded pages, the location and condition of Emily Caldwin can be discovered. Our entire movement will mean nothing if we can't place the rightful heir on the throne. We must act fast. Мне кажется, no doubt the Lord Regent is holding Emily. Он его принесло. To reveal her. Step out as the hero. Как раз было бутылочек. Он не там. Ну, он до 2012 нормально. Вот, видите? Yes, time is against us. But now you should take a well-earned rest. We will decipher the contents of the high overseer's journal and share them with you. Потом. Потому что я уже один раз нажал и никакого права выбора. Хорошо. Without a leader, the abbey is going to почему be пустая? Пустая? Почему? Вот. А, кстати. Вы хотите пить? Не, ну правда. Ой. Хорошо. Случайно убил. Спасибо. Stop at once. Хорошо. Хорошо. Так, наверное, то, что нам нужно что-то собрать, нет? Пули нет. Так, хорошо. Так, самое лучшее закупимся. Monsters far out to sea. А, ладно, but I'll tell you. Strange things. А, это, да. Can I be of service to you? Давайте посмотрим. Так, у меня 700 нормально. Возьму. Покупим немного болтов и. Угу. Все понемножку, все. Нормально. Mine, there is something to you, isn't there? I speculated this might happen. Так, мы видим, сама серия как-то уже затянулась, поэтому, ну, до следующей серии.